Кто? По УК Андрей Владимирович. Комитет... Так и по поводу? Ну, по поводу поздравлений с Новым годом. Так и хорошо, поздравили, я очень рад. Ну, новой власти желаю нам всем. В плане? Ну, в плане того, что Лукашенко все. Да, что все? Ну, все, голова трясется. Понятно. Это что, это самое, с психбольницы звонят? А почему вы так думаете? Ну, я не знаю, из психбольницы, наверное, кого-то отпустили. А вы знаете, какие звонки из психбольницы поступают? Вы разбираетесь? Да мне вот как в психбольнице, да, душевно больных чуть-чуть так. Часто чуть-чуть названивают, так... да? А, да, часто душевно. Душевные больные у кого? Ну, так мы тоже думаем, что вы душевно больной. Три доноса сделали или сколько-то? Как минимум душевно... три доноса. Слушайте, душевно больных, как говорится, хватает. Ну да, это да. Это вот и Лукашеночка у нас такой тоже, что попало, да, говорит. Да, душевно больных хватает, я смотрю. Ну, согласны со мной. Да, согласен, что душевно больных, я смотрю, хватает. Особенно звонится. Во власть. Вы по поводу звоните? Ну, по поводу поздравлений с Новым годом. Так и что? Так и поздравили, и что, дальше? Ну, я жду, что вы мне пожелаете. Так я ж не знаю, кто вы даже. Так давайте знакомиться. Вы же врете здесь, как этот самый, как Сивый Мерин, как, какую-то как ерунду. Лукашенко, как Лукашенко вру. Какую-то ерунду здесь рассказываете. А вы знаете, откуда готовилось нападение на Беларусь? Да мне же какая разница, откуда что готовилось. Ну вот видите, вы же говорите, мне хватая какая больных. Разница, откуда готовилось. Ну вы же говорите, хватая больных, а вот хватая больных хватает. Больных хватает. Это точно. Может, вы с окоп украинских звоните, а? Не, я звоню из Беларуси, с нашей любимой. Да врете, какой вы с Беларуси звоните. Посмотрите на мой номер. Что вы врете? Какая вы Беларусь? Вы ж как это самое, если бы звонили, побежали все, нету ни одного смелого. Правда? Убежите и гавкаете. Не, чтобы прийти в открытую, так раз, как говорится, как надо. Вот как в Польше, помните, как советскую власть люди в тюрьмах сидели, никто никуда не бежал, слушайте, все здесь воевали. 8-10 лет, сука, репрессии советская власть оказала, пока Польша свободы добилась. Вы согласны с этим, да? Здесь все смотали из-за границы все. Свободу. А Тихановский? А Бабарынка? Не, я к слову говорю, так что ж вы так это самое? Ну, что ж вы здесь? Надо же отстаивать. Конечно, надо. А что ж вы разбежались? Так вы змагар, Дмитрий. Что ж вы поубегали? Оставайтесь, приезжайте сюда. Воюйте до последнего конца. До последнего конца это Лукашенко будет. Я вот в Польше считал, за людей гордость брал. Так. Так вы поддерживаете такие протесты против власти, да? Поддерживаю, слушайте, как Польша, как поляки, слушайте, никуда не бежали, в тюрьмах сидели, боролись, 8-10 лет советскую власть нагибали. Слушайте, и добились. Молодцы. Ну, ни один с них не убежал, слушайте. Ни во Францию я не считал, ни в Польшу, ни в Литву, ни в Латвию. А Ленин как? Не, я не про Ленина, я говорю, как-то, знаете, боролись. Ну, так молодцы, а вот Ленин... Боролись, а тут, слушайте, своих покидали братья в тюрьмах и разбежались. Как так? Ужас. Что делать, ну, как Дмитрий? Так? Дмитрий, что делать? А, приезжать надо. Хорошо, Дмитрий, мы так будем... Нет, вам не стыдно? Стыдно, конечно. Вам не стыдно? Стыдно, вы же людей побрали в тюрьмах. Так да, стыдно, но мы же не мы же их туда сажали. Не включаете их. Ну да, у нас нет рычагов, мы вообще беспомощны. Собирались мы как надо на эти самые наши эти митинги, там это самое. Нету никого. В Гродно пиццу дают 3000 человек очередь. А наших братьев с тюрем мне некого выручать. Слушайте, вот я вот уважаю тех, кто, как говорится, стоит до конца. Надо так надо. Вышли украинцы, все. Украинцы стоят до конца. Украинцы стоят до конца. Так это повыше уж убежали. Не, ну украинцы стоят до конца. А вы что убежали, расскажите. Не, ну про нас разговор другой. Вы расскажите, что убежали. Слушайте, это самое, что вы поубегали? Дмитрий. Зачем вы бросили своих братьев? Дмитрий, у нас тактика как у Ленина. Надо сначала за границу убежать. Ты послушай меня. Пошел на
прослушайте, пошел на митинги, на протесты, смотрю, деда какого-то ОМОН бьет на лестнице. Слушайте, те, кто посмелее, снимают, а остальные все убежали, бросили, а дед кричит, помогите. А ужас. Как так? Это так должно быть? А что? А как, Дима. Подождите, а куда вы бежите? Как с вами, как Дима, мне... Дима, а должен ОМОН деда бить? Подождите, как мне идти в деда наступление? Должен ОМОН бить деда? Нет, должны ли вы бежать, вы скажите? Должен ОМОН бить деда, Дима. Нет, скажите, должны ли вы бежать сразу? Дима, да мы... почему вы не отстояли? Дима, вас же больше. Дима, сколько ОМОНовцев пострадало? Вас же больше. Дима, сколько почему пострадало ОМОНовцев? Почему вы бежите? Дима, сколько ОМОНовцев пострадало? Как вы попросали и бежите? Это очень нехорошо. Очень. Я, мне честно, вот за вас стыдно. Хорошо, Дима, ты победил. Молодец. Нет, братья твоих надо поддерживать, надо возвращаться. Да, согласен. Надо бороться. Все правильно, все правильно. Надо возвращаться. С Нового года вашим. Все правильно. А, да, даже можете с оружием. Все хорошо, договорились. А, хорошо, только смотрите, не обманите. Хорошо. Не отсидите. Вы уже почти победили. Мы уже почти победили. Хорошо, чуть-чуть Дима. Осталось, только вашей помощи не хватает. Все правильно. Но, а братьев с тюрем еще подостаем, и все хорошо будет. Все правильно, Дима. Хорошо вы тогда, приходите. Спасибо, все правильно, придем. Приходите. Хорошо, Дима, придем. Не будьте позорными трусами. Все хорошо? Правильно, да, хорошо. Трусьте, бросайте своих в беде. Да, а то, слушайте, люди сидят в тюрьмах, представляете? Тысячи людей сидят в тюрьмах, пострадали. А вы там, слушайте, сидите, кушаете. Кто же их туда посадил? Почему вы там сидите, кушаете, пьете? Почему за своих братьев не сражаете? Кто же их туда посадил, Дима? Вороги посадили. Так надо же защищать. А вороги кто? Не вы же садили, правильно? Надо же защищать. А кто вороги? Защищать надо? А вороги кто? Защищать надо, братья? Надо, а вороги кто? Вы еще разбежались, расскажите, людей да бросили. Кто вороги? Дима, кто вороги? 3000 забрали очередь, слушайте, Дима, 3000 зимой. Дима, а? Кто вороги? Вороги кто? В плане кто враги? Ну ты же сам сказал, они вороги. Супостаты. Вороги посадили наших братьев, кто вороги? Супостаты. Кто супостаты? Супостаты. Надо защищать. Слушайте, ждем вас, ждем. Смотрите, не обманите только. Мы вас ждем. Не обманите, приедьте. С оружием, больше оружия. Джавелину, это самое, F-16 и прочее. И броневиков, чтобы было несколько. Чтоб обязательно. Все же есть, правильно? Деньги давай. Алло. Да, Дима, говори, я тебя слушаю.